Давай, Фатима, давай, 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 Кристина, давай, давай. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили и очаровательная, обворожительная, неповторимая Асквотима. И сегодня мы снимаем челлендж. Давно у нас, кстати, не было, да, челленджей на канале. Этот челлендж мы уже один раз снимали где-то полгода назад. Теперь мы его повторяем. Да. Да. Еле держится, чтобы не наброситься на еду. Здесь у нас, значит, 10 грузинских хингали. Посмотрим, кто сможет съесть все. И запиваем мы айсти. Ответ вы знаете. В прошлый раз тоже Аян проиграла. Давай, да. Проигрывай. Ну, это тоже. Аян. А это что, тут... Аян намного лучше меня? Давай, Фатима, давай, да. Давай, давай, Кристина, давай, давай. Эксклюзивно от Асквотимы. Хингали с помадкой. Хингали с помадкой. Стильно, красиво, гламурно. Вкусно. Попробуй с соусом. Соус я, кстати, сама приготовила. Рецепт я оставлю вам в инфобоксе соуса. Даже без соуса. Потрясающе. Ой, господи. Я хотела сказать, что они обворожительны, но вспомнила, что еда не бывает обворожительной. Я люблю именно домашние. У нас в магазинах продаются полуфабрикаты, да, то есть как пельмени. Когда покупаешь в ресторане, даже того вкуса не дают. Особенно, когда в магазине покупаешь, у них у теста вкус, как будто бумага. Не вкус, а ощущение. Да, такое. Да, да. Да и мясо гораздо приятнее, когда ты знаешь, что это прям баранина. Угу. На что мы спорим? Давай на деньги. Давай на косметику. Ты мне купишь палетку от NYX. Ты мне купишь. Видите, уже она даже не допускает мысли, что я могу ее выиграть. Я думаю, что мы обе можем съесть, поэтому это превращается в челлендж, кто быстрее. Ну давай. Уже третий пошел, да? Как по хвостикам можно считать. У меня брат восхищается тобой. Он тоже любитель, знаете, быстро съесть. У меня брат иногда бывает берет борщ и прям как чай его пьет. Ну, кстати, твой фанат. Ой, как это вкусно, как это вкусно. Ну, вот обожаю. Может, кто-то думает, что это то же самое, что пельмени. Поверьте мне, нет. Это совершенно разное. Да, конечно, это небо и земля. Здесь прям много-много мяса. Гигантский пельмень. Вы видели у меня на канале видео про гигантские суши? Подписывайтесь на канал Асквотима. Ссылка будет в инфобоксе. В тот раз в моем видео Саян. Такой вкусный соус дали нам в ресторане. Твой тоже вкусный. Мой самый лучший. Хвали мой соус. Божественный. Ты уже сколько съела? У меня четвертый. У тебя? У меня тоже. Давай, Айка, давай, давай. Айка. Ты, конечно, моя подруга. А я не такое? Собираюсь поддаваться тебе. Так что давай поднажми. Кстати, надо выпить воду. В смысле воду? Когда откусываешь, надо выпить воду, потом... А, да-да, я слышала. Я забыла. А еще как-нибудь надо приготовить... Жареные грузинские хингали. Я положу свой соус сюда. Чтобы далеко не бегать. Вкусняша. Что может быть вкуснее?
вкуснее твоя печенка. А какой соус? Кусок мяса упал в соус. Но я не дам ему уплыть так легко от меня. Вкусняша. Просто вкусняша. Просто нет слов, ребят. Твоя мама вообще очень вкусно готовит. И ты тоже. Это мы вместе делали. Вчера ночью. Поэтому они особо вкусные. И они слегка пересоленные для кого-то, может быть. Но я люблю очень соленое. Я тоже очень поэтому люблю. Поэтому для меня это плюс. Почти капнула, чуть не капнула на себя. Давай, Айка, давай, давай. Не давай. Продавай. У нас у обеих по 4, сейчас пахнет ничего. Попахивает ничуть. Походу придется самой себе покупать палетку. Кстати, мы так и не решили на что. Если что, я тебе покупаю палетку. А ты? Что-то на цену этой палетки. Ну да. Ням-ням. Ну это я вам так скажу, тяжелая еда. Ну да, нелегкая. Нелегкая. А что я сегодня снимаю влог? Ты каждый день снимаешь влог. Я стараюсь постоянно что-то снимать, чтобы зрителям было интересно смотреть не только как я ем, но еще и мою повседневную жизнь. Я еще ни глотка не выпила, Настя, только сейчас вот выпила. А если ты съешь первее, а я потом все равно съем, что тогда? Тогда будет ничья. Я хочу хоть раз выиграть. Хоть раз в жизни я хочу выиграть. У тебя есть шанс, смотри. Ты впереди. Айка, ты мощно впереди. Чем танцевать, давай лучше выигрывай. Но хоть раз в жизни. Танец победительницы. Хорошо танцует. Танец победительницы. Тот, кто танцует последним. Вот так вот. Я даже не макаю в соус, чтобы было быстрее. Мне кажется, в ресторанах подают намного меньше, да, чем мы делаем дома, согласись. Хинкали? Угу. Ну сколько закажешь, столько они подадут. Я имею в виду размер. А, возможно. Ну это понятное дело. Я заказываю 7, мне приносят 13, да. Ну там как бы зачем приносят 13? Ты же говоришь, смотря сколько заказываешь. То есть я не в этом плане вообще спрашиваю. Я размер одной штуки. У тебя мясо больше. Я никогда не была в Грузии. Мне очень интересно попробовать именно там. Там клево. Там очень дешево. Они ксуги и мяту найду. Я перевожу. Хотя сказал, грузинские хингали там по цене воды. Реально. В буквальном смысле. Ура! Ура, хоть раз. Она выиграла. Мне не верится, неужели? Неужели? Я помню, что в челлендже Саян ты тоже проиграла. По-моему, в грузинской хингале ты не можешь быстро кушать, да? Могу. Я все могу. Ну что, пупсик, пора расплаты. Что ты мне будешь покупать? А что ты хочешь?
Что ты хочешь? Мне нравится этот вопрос. Я хочу хайлайтер от Golden Rose. С удовольствием куплю много. Да. От Golden Rose, но ты придешевила. Ну, мне он нравится просто, дело не в цене. Хорошо, тебе ладно, еще что-то куплю. Шанель возьми. С удовольствием, без проблем. Ребята, я попью еще, можно? Да, конечно, дай мне тоже айс-ти из ведра налей. Где твое ведро? Ты каждый раз обещаешь мне ведра. Ты мне обещала купить ведро. А, я тебе куплю, да когда я пойду в маркет, большой гипермаркет, я куплю там себе чашку, которая держит температуру чая. В форме этого объектива. Ой, да, как это мило, как это мило. Я сегодня смотрела инстаграм одного из блогеров, и у нее были носки, где написано YouTube. Где нам найти такие носки? Я предлагаю купить носки, трусы, не знаю, кофту, брюки везде YouTube, чтобы было написано. Я, кстати, стакан видела, где написано YouTube. Надо у меня купить. Есть стакан. Я могу тебе сделать, если хочешь. Заказать. Фатя разносторонняя личность, у нее есть разный бизнес. Да ладно, это не бизнес. Раньше я этим занималась, я рассказывала как-то про это. Надо сохранить фигурку. Все равно я продула, прогазила, профукала. Облажалась. Годы тренировок не прошли даром. Месяцы. Месяцы тренировок не прошли даром. Года, йохпер. Ну что ж, ребята, вы любите нас или нет? Пишите. Да, я знаю, что вы нас любите, что вы ждете наши видео. Мы вас тоже очень любим. Обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы. Ставьте лайки. Если кушали вместе с нами, то приятного аппетита. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. До скорых встреч. Всем пока.